Уже второй чемпионат движения молодых профессионалов проходит на базе Ульяновского авиационного колледжа. Как отметили в Министерстве образования, с каждым годом уровень подготовки участников и условия для соревнований становятся все лучше. Мы уверены, что в следующий год содержательная часть оборудования будет также существенно улучшена, потому что у нас за этот год будет существенно докуплено еще оборудование для полигона авиационной техники. И важно, что работники предприятий, студенты, и тут же на этой площадке соревнуются еще и дети. Новшеством этого года стала компетенция цифровое проектирование процессов механической обработки изделий. Это второй этап после конструирования деталей обработки. Данная компетенция очень востребована на больших предприятиях, где ждут настоящих грамотных специалистов. Они еще студенты. Я думаю, когда они уже попадут на предприятие, у них будет уже достаточный опыт, и они будут весьма востребованы на предприятии и профессионалами в своей области. Кроме взрослых участников, свои знания показали и школьники средних классов. В рамках чемпионата прошли соревнования по профмастерству по стандартам Junior Skills в компетенции производства и обслуживания авиационной техники. Ульяновские ребята завоевали бронзу, а первое место заняли школьники из Петербурга. Мы там собирали крыло самолета и осматривали внутренности двигателя, искали дефекты. Мы готовились где-то месяц примерно. Ну, конкурс очень интересный и волнительный. Участников поздравил глава региона Сергей Морозов. Губернатор отметил, что участие в подобных соревнованиях – отличный способ приумножить свои знания. Все эти 4 дня проходили в острой, бескомпромиссной борьбе за то звание, которое вы дорожите, лучшие из лучших, лучшие по профессии. А это значит о том, что огромное количество компаний, независимо от формы собственности, будут внимательно изучать итоги чемпионата. И не скрою, уже слышал об этом из уст ряда руководителей компании, хотят сделать вам соответствующие предложения. Победители чемпионата получили денежные призы и возможность выступить на национальном чемпионате сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills в Екатеринбурге. Дарья Судрева, Кристина Жакот, Руслан Баталов, Даниил Сурков. Новости Ульяновской правды.